Объезд города депутат Московской областной думы Олег Рожнов совершил вместе с главой Голицына Александром Дудоровым. Первый объект – парк в честь героев 1812 года. В прошлом году именно при поддержке Олега Александровича он был включен в программу «Парки Подмосковья». И на его строительство было выделено 10 миллионов областных денег. Олег Рожнов убедился в том, что все работы ведутся согласно установленному графику. Первый этап строительства почти завершен. В этом году, вот сейчас мы выбираем, здесь будут заборчики у нас с цепочками, как по уже городу, в этом, да, да? Да, то уже есть в этом году вы, да, дорожки делаете? Освещение, лавочки, дорожки и заборчик. И все успеете в этом и году. Все успеваем. Особое внимание народный избранник уделяет развитию образовательных учреждений. В этом году Голицынской СОШ номер один депутат выделил 119 тысяч рублей на установку нового оборудования. Голицынской школе номер два около 500 тысяч на новые стеклопакеты и порядка 300 тысяч рублей детскому саду номер 36 на обновление мебели. Это вот все депутатские, так скажем, наша работа в соответствии с наказами. Прежде всего, ну и к тому же я председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма, поэтому прежде всего это школы, это детские сады, это учреждения культуры, учреждения здравоохранения, то, куда мы вкладываем средства и о чем прежде всего заботимся. Олег Рожнов добавил, что в следующем году на территории первой школы будет создана многофункциональная площадка, на которой ученики смогут изучать правила дорожного движения. В целом избранник народа был приятно удивлен тем, как преображается Голицыно. Парламентарий высоко оценил качество ремонта в подъездах, а также часовню преподобного Ильи Муромского, которую строят за счет внебюджетных средств. Кстати, и парк, и часовня, и будущий исторический музей будут составлять единый туристический комплекс. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».